друзья, сегодня у нас с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Сегодняшняя тема нашей передачи – это команда «Апорт». Что нужно, если вы только начинаете учить команду «Апорт»? Во-первых, нужно, чтобы четко собачка ваша знала команду «Дай», то есть она отдавала предмет, который у нее находится в зубах. Потом, при выполнении команды «Апорт», если вы работаете с щенком, здесь все гораздо проще. То есть немножко голодненький щенок, то есть мотивированный на зоовитальную мотивацию. У него имеется предмет, которым вы играете. Это первое самое, что должно вы будете сделать. Итак, для того, чтобы выполнять команду «Апорт», вы должны уже знать, что ваша собачка четко должна знать команду «Дай». То есть, когда вы говорите собачке «Дай», собачка вам должна отдавать тот предмет, за которым она, значит, бегала. Здесь не важно, будет сейчас это палочка или будет сейчас игрушка. Вам самое главное — разыграть собачку. Без того, как вы, если вы не разыграете собачку, у вас выполнение команды не получится, потому что собачка должна быть, ну, просто заинтересована в этом предмете. То есть это является должным предметом, в котором вы играете постоянно. Сейчас на данном этапе это не важно, что это будет: мячик, какая-то мишка, там игрушка какая-то, либо это палочка будет, в зависимости от того, на что мотивируется ваша собачка. То есть первоначально вы должны разыграть собаку. То есть без этого выполнение команды у вас в первоначальной степени не получится. Как только вы разыграете собачку, когда она поймет, что с этим предметом она играет, на небольшое расстояние, буквально на метр, бросаете. Если собачка у вас побежала за этим предметом, а я еще раз повторю, вы бросили где-то на метр, на полтора, берете в руки этот предмет, говорите «Апорт, собачка», и продолжаете играть. Как только собачка у вас на этом полтораметровом расстоянии начинает бегать за этим предметом, это первый этап, считайте, что вы уже научились делать. Есть что делать, если собачка у вас не побежала. В этом случае, вот на метр вы бросили, собачка не побежала, вы пробуждаете в ней охотничий рефлекс. То есть вы подходите, просто подбегаете, подбрасываете эту палочку. Вот она, положим, лежит, да, вот у меня собачка имеется. Я сейчас, она побежит у меня обязательно. Я просто покажу. Вот я бросил рядышком этот предмет, да? Если собачка не бежит, я подбегаю ногой, раз, вон она рванула, видите? Вот, побежала. Ай, молодец, апорт, 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 молодец. Дай. Вот четко должна выполнять у вас собачка команду «Дай». После того, как вы... Делается это все постепенно, за один прием, за один день, за одно занятие у вас это не получится. То есть у вас, вы должны побудить собачку именно к игре. Собачка у вас должна бегать. Если у вас не получается забрать, собачка с предметом убегает у вас, посмотрите мой урок. Здесь вот будет ссылочка на этот урок про дрессировочную амуницию. Вам во многих командах пригодится вот такой вот длинный поводок. Вот такой поводок. Он может быть 3, 4, 5, 6 метров. Он пригодится вам как на выгуле, так пригодится для изучения этой команды. Акбар, иди ко мне. То есть, если собачка у вас убегает с этим предметом, у вас есть поводок. И даже если вы не будете в руках его держать, этот поводок, он будет бегать. Вы всегда можете легко наступить на поводочек и просто дойти до собачки. Но самое главное, чтобы собачка поняла, что в голове у нее отложилось. Как только она отдает вам этот предмет, вы продолжаете с ней играть. То есть у нее мотивация заключается в том, что когда она побежит за палочкой, за мячиком, за мишкой, за любой другой игрушкой, она должна вам принести, потому что для нее это будет лучше. Для нее это будет продолжение игры. Если она не принесет, игры не будет. И до этого, то есть до того, как вы начали изучать команду «Апорт», я уже неоднократно всем рассказывал, что никогда не играйте с собачкой в догоняшки. То есть вы за собачкой не должны бегать, у нее в голове не должно отложиться то, что когда она убегает от вас, это хорошо. То есть всегда игра должна основываться на охотничьих рефлексах собачки. То есть собачка должна понимать, когда она догоняет вас, тогда ей хорошо. Поэтому, когда вы уже, значит, начинаете изучать команду «Апорт», собачка в голове, имея такую тему, что она убегает от вас, это нехорошо, а когда собачка догоняет вас, это для нее хорошо. Вот здесь играет важную роль вот это именно правильная игра с собачкой. То есть игра. Мы бросаем, собачка бежит.
Ну, это уже приносит нормально, здесь без проблем. Я просто обращаю ваше внимание, что поводок вы не должны вот так вот на себя выбирать. А вы должны просто дернуть и обратить внимание собачки на то, что вы рядышком. Аппорт, ко мне. Вот, аппорт. Здесь вы взяли и начинаете играть. Как вы там играли с собакой? Дай. Так. Собачка у вас охотится за предметом, начинает. Вот, бросили. Он не увидел. Дай. Вот вы бросили. Дай. Опор. Как только в руках у вас оказался предмет, вы говорите опор. И продолжаете игру с собачкой. Дальше у вас будет расстояние 2 метра, дальше 3 метра расстояние, 4, и потом уже насколько позволит ваша рука. В дальнейшем, когда собачка будет приходить, приносить вам этот предмет, в начале урока я вам показывал, как правильно выполняется команда. То есть собачка заходит с правой стороны, садится влево и отдает вам как бы этот апортируемый предмет. Это уже делается проще, когда собачка, вот она сейчас находится в зубах с палочкой, у нас другая палочка в руках, мы ее заносим, Акбар. Сюда. Ко мне иди. И поправляем собачку. Вот. То есть каждый раз мы поправляем, она обходит у нас с левой стороны. Ну, примерно вот таким образом. Подождите, запутался. Вот, собачки. У нас сейчас будет вольное исполнение, он прекрасно понимает, он знает, когда серьезное исполнение. Акбар. Опор. Ищи. Вот идет собачка, я прям ловлю ее, завожу ее с левой стороны и усаживаю. Он это делает и без этого, мы сейчас это я продемонстрирую вам. Держит предмет, дай. То есть каждый раз, когда он будет бежать к вам, вы прям берете за ошейник, заводите его с этой стороны, присаживаете, берете предмет, у вас собачка уже знает команду «дай», и хвалите, молодец, молодец, и мотивируете его опять же этой самой игрой. Опор. Вот ловите, но он бы еще бы сам бы зашел бы. Ловите, вот он заходит, вы его присаживаете, не говорите при этом сидеть, а просто сами присаживаете. Он должен знать уже то, что он должен обойти и сесть. Забираете предмет и хвалите. Так делаете несколько раз. А для того, чтобы собачка успешно у вас выполняла эту команду в дальнейшем, заканчивать упражнение вы должны на правильно выполненном команде. То есть собачка должна принести, если вы еще только репетируете, какую-то часть правильно сделать. После этого, не тогда, когда вы бросили палку, сказали, она не выполнила команду и отпускаете его. То есть собачка у вас выполнила достаточно, ну, приблизительно правильно, если вы только учите урок. Потом отдаете предмет, говорите уже гулять. То есть не тогда, когда вы заставляете ее выполнить команду, а потом уже она не выполняет ее и начинает бегать самостоятельно. Нет. Когда она примерно правильно выполнила, тогда вы отдаете на опор. Спасибо, с вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Доверие и уважение, и у вас все получится. Спасибо.